Ярославская медицинская академия станет университетом. О новом статусе вуза, по нашей информации, официально объявят в день празднования 70-летнего юбилея, который пройдет в ноябре. Впрочем, в академию эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, ссылаясь на то, что вопрос находится в проработке. Ныне действующее медицинское учреждение в Ярославле образовалось как медицинский институт, эвакуированный из Беларуси в 1943 году. Через год, когда белорусский вуз реэвакуировали, был основан уже Ярославский медицинский институт. Он просуществовал полвека, пока в 1994 не получил статус академии. Теперь, спустя 20 лет, медвуз станет университетом.